Собираемся на благовестие в чат-рулетку. Отпишите, кто будет участвовать. О, Пола. Я буду. Плюс поставьте, чтобы понятно было, кто. Я пока не буду. С нашей стороны, вы слышишь меня, Вячеслав? Да. Кого набираешь? Женщины никогда, чтобы в этой группе не были. Им туда вход запрещен. А мужчины, чтобы все были с бородами. Если без бороды, туда не принимайте. Иначе это нам на разрушение пойдет. Принято. Так. Тогда будем проверять. Так, ну вот, сразу. Анатолий, как у вас с бородой? Все в порядке? А меня не видно, да? Да, не видно. Что-то я не понял, почему не работает. Ну, видно фотографии. Все нормально. А я сейчас тогда переподключусь, наверное, или как? Да. Сейчас, секунду. Так, значит, участвует Владислав Ковачев, Ездра, Игнатий Тихонович, Вячеслав, Виталий, Анатолий Меньшиков. Да, здесь все с бородами. А Надежда Васильевна, вон, я смотрю, тоже. Ну, и отправь ее домой. Ее под руки увели, она занемогла опять. А тут что-то поспешила. Она не поняла, что это не занятие. Все, отключил их. Так, ну все, нас 6 человек сегодня. Володя ушел в другую тух, там, где мы трапезная обедаем после богослужения. Он ушел туда, потому что рядом тут забиваю я его в комнате. Не идет, не тянет. Так что он там участвует, но как-то записывает тоже. Он с нами. Все хорошо, тогда 7 человек. Это уже хорошо. Ну, начинаем? Мы сейчас расходимся, я советы дам кое-что. У кого есть второй том нашей книги «Открытым оком»? Второй том, еще. У меня вроде есть, у меня, надо проверить. Зеленого цвета. Там, у меня есть, Игнатий Тихонович. Подготовиться надо, чтобы кто будет беседовать. Ну, у вас есть, это я знаю. Ладно, не отвлекайся, Вячеслав. Вот она, покажи ее как, покажи. Как она выглядит, вот, посмотрите. В раю Адам и Ева, зелень райская. Там как раз разбирается, как беседовать с людьми, если сектанты будут. Как беседовать с мусульманами, там нету. В то время у нас не было их ни одного. Ну, я кое-что маленько говорю, и за это время, вот, за неделю то прошло, то были встречи. Еще немножко. Никогда не переходите на то, что они начинают говорить. Вы определенно четко только непрестанно говорите об этом. Иисусу слава, Он умер за нас. Вот мы, если пользуемся еврейским трудом, то это определенно. И все время говорите, почему у всех народностей было жертвоприношение. Нам нужно подвести человека к пониманию смысла жертвы. Почему еще первые люди в раю, и вдруг жертву приносят? Их кто учил? Требования были. Моисеева закона не было, никто ничего не говорил. И они не знали, что приносить. Но Авель уже принес жертву, потому что сам стал жертвенным. И каждая жертва, каждый ягненок, каждый теленок, голубок, они указывали на Христа. Без пролития крови нет прощения грехов. Вот отсюда это самый коронный вопрос. Его разрабатывайте, смотрите, употребляйте. Это я говорю о мусульманах, когда с ними встречаетесь. Для чего? Из этого не выходите.
Баран, баран не понимает, он осознанному не может взять на себя грех. Поэтому Ветхозаветие только как тень указывали, как младенческий возраст человечества. Вот так. Если у нас Ветхозаветие есть, то мы его там не переправляем, там неправильно, как они исказили. Ну, ни на чем не основаны, просто бредню несут. Потом мы берем еврейское, у нас Тора и Пятикнижие абсолютно одинаковые. Все танахи, которые евреи говорят, у нас до буковки все сохраняется. И мы благодарим Бога, что масареты сохранили это. Вот. А это так, ничего не зная, человек, который считать не умеет, исказили, бросили и все взял. Так что это все время имейте в виду и находите такие подходы, чтобы дать собеседнику понять это. Все, расходимся. Помолимся? Давайте, молитесь. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, мы поступаем по Слову Твоему. Идите и проповедуйте Евангелие всей твари. Господи, благослови нас на этот день и на этот подвиг. Пошли людей Твоих, Господи, которые готовы услышать Слово Твое Святое. И нам вложи слова Твои в уста наши, Господи. Слава Тебе, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. Аминь. Через час встречаемся здесь. Сколько сейчас время-то? Уже минуты пошли? Аминь. 12:07. Вот, 12... час, через час 12? Да. Ну, через час ровно. Мы встречаемся здесь же. Да. Так что все разговоры там заканчивать успевайте. Все. Отходим.